Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем свои награды. Сегодня мы должны выбиться в топчик, как я и обещал. Так, открываем с тобой колоду. Где она? Вот. Так, энергию я собрал, поэтому у нас с тобой 10 откатов как минимум должно быть. Я, правда, не помню, оставалось ли у нас... Да, 10 откатов. Так, здесь награду забрали. Давай сразу же пройдем серию испытаний по-быренькому. Так, забегаем сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Быстренько их разбираем, потом ищем. На нашего кого? Ваньку, по-моему, прокачиваем, да? Именно по навыкам. Ну, Крис Брэдфорд, конечно, меня порадовал в прошлой серии. Я даже вот думаю, может быть, ему побольше уделить времени и внимания, чтобы его прокачать. Но он хорош, на самом деле. И он, как тебе сказать, баф вот этот вот, да, который он вешает на возможность контратаки, плюс его защита, она очень хороша. Практически не отличается от Донателло. Может быть, даже в какой-то степени и сильнее, может быть. Я точно не уверен, я не проверял. Но он был хорош. Так, ага. Минус Криповский. Минус Джастин. Ну, это полюбасик, он отдуплится от постепенки. Как бы он не хотел тут выжить, ничего у него не получится. Но мы его добьем. Так, ну что, серию испытаний мы с тобой быстренько прошли. И теперь идем с тобой. Куда мы теперь с тобой идем? Чего-то я даже забыл, куда мы идем. Сейчас посмотрим, какие у нас тут задания. А, ну да, конечно же, Ваньку, Ванюшу. Господи, это же надо так забыть, а? Девичья память. Значит, мы прокачиваем ему из России с любовью. И нам нужно, блин, ну мы не успеем. Ну ладно, давай хотя бы катушки эти найдем по-быренькому. Я думаю, что вот здесь будет. Вот здесь мы попробуем три попытки. Ага. Кукла Дарума. Так, первая катушка нам выпала. Вторая. Это нужно еще 8 катушек. Третья. Так, хорошо идет. Понятно, мутаген. А, четвертая. Четвертая, нам нужно 8, да? Пятая. Шестая. Седьмая и последнюю вытягиваем. Восьмая, все отлично. Так, подожди, а с чего вдруг я взял, что 8, когда нужно 10 нам? Друзья мои, ну что это, ну? Девятая. И давай десятую, не жмись. Вот она. Короче, катушки мы с тобой нашли. В следующей серии попробуем отыскать с тобой вот эти вот знаки, номера. 12 штук нам нужно будет. И тогда пятая ступень у нас будет с тобой. Это и гранаты. Поднять уровень персонажа. Но это вообще проще простого. Сколько у нас мутагена? 3700. Этого мало, по-моему. Нам даже не хватит левел поднять. Ну-ка, слышь ты как. Да, 3400, ладно. 48 уровень получает слэш. Забираем здесь остатки. Переходим с тобой куда? В магазин. Кстати, у нас по жетонам что там? Давай-ка посмотрим. Предметы. Здесь все тихо. Ага. Так, на Донателло Космос у нас хватает. Мы покупаем 3 ДНК. Ребята, еще 6 ДНК. И все. Это буквально 2 раза собрать на него монетки, и он получит у нас повышение. Это круто. Так, о, здесь у нас с тобой телепорты. Ну, это я уже за кадром, наверное, набью. Не понял. Это что такое, ребят? Погоди секунду. А куда делись мои те события? Да что ты... Слушай, друзья, напишите, а у вас так же? Или это только у меня такое? Странно. У нас же должно быть еще здесь два испытания, которые я проходил. Сегодня что за день недели? По-моему, пятница. Чё происходит? Где мои вот эти вот события-то? Ладно, я не против, ребят. Я пойду сюда, естественно. Не то, что пойду, побегу. Так, 60 уровень. Здесь, в принципе, первый поединок мы с тобой пройдем. Причем довольно легко. Но куда те закрылись? Я хотел, думал, пофармить. Так, ладно, бросаем бомбочку с тобой. Замедляшка сработала абсолютно на всех. Так, кто тут? Майки. Майки противный. Давай-ка мы его попробуем сейчас ушатать.
Минус. Так, теперь с Лео разбираемся. На тебе. Теперь, наверное, с Рафаэлем. Готовченко. И Дони. На тебе гранатку из России с любовью. Если бы Ванька еще мог бы побить. Тут 4 волны. Переходим с тобой на вторую. Так, это у нас черепашки фильм. Слушай, они не особо сильные, страшные, поэтому мы будем их разбирать так, в легкую. Давай-ка, наверное, майки попробуем шваркнуть. Ну-ка, кастетом прям в зуботычину. Так, Лео что-то не хочет падать. Так, Шреддер с ним разбирается, и остается Рафаэль. Так, а понижение брони ты не сделал, да? Как всегда. На тебе. Третья волна. Здесь у нас черепашки ролевые. Пулеметная дробь вперед. О, упал родной. На тебе. Так, не крякай. И майки. Все. Распетрушили, друзья мои. И, блин, а вот эти вот классика-то, конечно, будет пожестче на самом деле. Тут нужно... А, давай вот так добьем. Это все равно последняя волна, поэтому здесь можно потратить свой суперудар, да? Все, друзья мои, мы здесь разобрались. Но фармить я, как понимаешь, здесь ничего не буду. Слишком большой шанс, очень огромный, получить то, что нам не нужно. А вот то, что мы с собой доллары получаем, это круто. Так, ты видишь, да? Тут практически все черепашки, ребята, кроме, наверное, оригиналов. Оригиналов здесь нету. А в остальном все как и раньше. Ну что, давай, поехали. Чем, как говорится, черт не шутит. Я думаю, у нас получится здесь разобрать. Единственное, что Зэк. Зэк меня здесь немножко смущает. Так, это у нас классика, поэтому здесь надо, наверное, ребята, их сразу укладывать баньки. Так, Рафаэль, ты че? Искал баньки. Бежим на вторую волну. Здесь у нас ролевые. Волна смертельная. Чу-чу-чу. Давай с гранатомета, с базуки. Тыч. Что такое? Так, эти два нежильцы. На. Они даже, ребят, не могут ходить, понимаешь? Нет возможности у них хода сделать. Поэтому, оу. Оригиналы. Тоже довольно-таки противные ребята. Ну-ка, Бакстер. Чётенько. Так, здесь у нас кто? Лео. Давай, наверное, Леонардо попробуем подорвать на гранате. И у нас получается минус Раф. И минус, наверное, Донателло. Переходим на последнюю волну. Так, а здесь черепашки видения. Ну, кто здесь самый противный? Наверное, ну, Донни, скорее всего, потому что он провокацию любит вставать. Давай-ка мы его так вот. Оп! Баньки. Так, теперь пулеметная дробь от Ванюши. От Ванюши, от Ванька. Спать, я сказал. А здесь можно, в принципе, вот так вот клинками завалить. И остаются майки. Все, друзья мои. Еще одно, так сказать, событие, испытание мы с собой прошли. Но там остается третье. И уровень, по-моему, если не ошибаюсь, будет 85-й. По-моему, так. Смотри, $15, 75 жетонов. Кстати, жетоны 607. Так, секунду. Хотя, подожди, давай, наверное, попробуем пройти здесь. 80-й уровень. То есть Рокзар и Зэк, это будет для них предел. Ладно, я рискну. Я попробую, ребят, пройти этим же составом, но 6 волн, 6. Не 5, не 4, 6. Так. Ну, естественно, сразу на нашего родного Зэка начинает нападать. А вот тут вопрос. Либо нам с тобой делать отхил, либо драться. Так, ну тогда если драться, будем с тобой попробовать Донни. Упс, и он не упал. Ладно, это поправимо. Так, что ты, понижение атаки нет? А, да, понизил атаку. А этот провокацию берет. А этот своей массовой атакой может бомбануть, кстати. Про Рафаэля ты. Не забываем, друзья мои, про него. На тебе с базуки. Зэк, мне не нравится, ребят. Ой, ё-моё, я хотел хилочку поставить. Ай-яй-яй-яй-яй, Рэй, ну вот как-то так, а? Неужели нам взять провокацию придется?
Но если я возьму провокацию, Рокзара тут распетрушат моментально. Поэтому давай попробуем, наверное, через Бакстера здесь. Минус Майки это уже радует. Рафаэль, конечно же, Рафаэль со своей контратакой. Еще сейчас звезданет. А, нет, он не стал бить. Он не стал бить, ну тогда прощай. Вот что я хотел сделать. Естественно, ребят, ну отхил тут нужен. Потому что иначе просто наш зэк не выживет. Блин, тут классика. Тут классика. Наверное, все-таки Леонардо здесь будет самый сильный. Был самым сильным. Теперь Рафаэля попробуем. Че ж ты, ну блокируем тогда. Да что ты будешь делать, шипы? Да неохота мне шипы, ребята, выставлять, потому что еще три волны впереди. О, зря, зря я, наверное, да, так? Усиливает атаку Микеланджело. Провокацию здесь взять, что ли? А, Дони собирается сходить. Ладно, Рафаэля все-таки попробуем вынести. А Донателло что будет? Ну, я так и думал, что он будет свой кофе заваривать. И тут еще и Майки на подхвате. У нас хил еще действует? Вроде как действует, но... Ну что, но? Ну вот, наверное, мы сейчас продинаем с тобой вспышку. Давай, попробуй вырубить его. Да никак не получается. Рокзар, ты уж извини. Ты уж извини, родной, но вот пришлось так вот сделать. Бумс. Да, он ватненький, я не спорю, ребят. Ага, отхил-то у нас кончился, он только через два хода, ребята, восстановится. Нет, ну мы это событие пройдем с тобой, но, возможно, выживут не все. Я вот беру оригиналы. Так, бумс. Бросай зэк свою бомбу. Замедлили, да? Придется, ребят, тратить суперудар от Шреддера. Тут как ни крути. Видишь, что Лео делает? У него был отложенная смерть. Так, это у нас видение. Но тут надо тоже быстренько, ребят, с ними разобраться. Тюф, так постепенно. О, пулеметная дробь от Ванюши. Найс. Тыкс. А кто у нас на последней волне? Космос, черепашки космос. Ё-моё, они же сейчас будут здесь. Слушай, подожди, может быть это все-таки нас немножко спасет как-нибудь. Так, и здесь они все очень злые, противные, но... Блин, что Донни, который будет метеорит свой призывать, что Майки. Ну-ка давай, Бакстер, не подведи, родной. Я все-таки, наверное, ушатаю одного Майки. Слушай, а он не стал, делать. Он обычно делает свои вертушки вот эти вот, которые... Давай базуку. Бамс. Слушай-ка. А по-моему, изи кул. Не надо поджог, не надо поджог. Эй. Фигня это все. Друзья мои, идеальное прохождение события. Идеальнейшее. Никто не погиб, все целенькие. И это круто. На самом деле круто, хотя фармить здесь не буду. Но зато наградки, ты посмотри какие, ух, шикарные. Плюс Леонардо видение. Вот это я понимаю. Вот это мы сыграли. Так, у нас с тобой 27 сыра. То есть я могу еще попробовать вот здесь немножко поиграть. Не то, чтобы попробовать, а... Ой, ой. Не будем здесь, конечно, брать вот этого Рафаэля оригинала. И четверых вот этих хватит, чтобы им тут уши-то надрать. Это у нас, да, ребята, вся команда братская в сборе, так что поехали. Это называется черепашья сила. Не хватает сюда только кого? Конечно же, нашего учителя Сплинтера. В эту команду. Ну, как бы и без него здесь нам комфортно, да? Мы не какие-то там сосунки, да? Разберемся и так. Ага. Давай-ка я, наверное, лучше здесь поставлю защиту на всех. Уклоняшку я не буду здесь врубать. Она не нужна, хотя, возможно, нужна была бы. Так, Лео, давай делай вертушку свою козырную. Сразу двоечка легла спать. Карайка, успокойся, пожалуйста. Это тебе не поможет. Минус. Так, а этот, ну, естественно. Ну, ребят, ну... Кто-то сомневался, что он встанет в стойку. Я не сомневался нисколечко. На тебе. Лови. Как говорится, песик фас. И последняя у нас с тобой третья волна. Кто у нас тут? Угу.
Ярость Рафа врубаем. Так. Я еще уклонение здесь поставлю. И сейчас пойдет Петрушка. Блин, хотел массовую атаку сделать, нет ее. Тогда сделаем вот так вот. Чум. Минус. Так, муха, успокойся. Плюется там еще. А это там, брейкдансер. В силу порталов получил у нас, да? По полной программе. Вот мы и встретились в Нью-Йорке. Так, хорош. Какой ты противный, а. Вот именно здесь Рокстеди ужасно выглядит, ребят. Вот самый, наверное, страшный Рокстеди — это вот этот вот. Ну, в плане того, что как его здесь сделали. Конечно, ну, Раф. Красавчик. Добьешь? Да ладно, Майки. Ну, а Донни? Даже попасть не может. Лео. Молодец, красава. Так, Муха, ты припарила уже здесь летать, если честно. Ну что ты со своими камнями тут? Так, Муху на покой. И Рокстеди сейчас, ребят, тоже на покой пошел. Одного удара было достаточно. Три звезды, как с куста. И мы с тобой продолжаем. Мы с тобой продолжаем. Сыр у нас, по-моему, еще есть, да? Есть. Поехали. Ой, что-то не то нажал. Но тут уже 80 уровень у противников, ребят. Я не знаю, наверное, в следующей катке нам придется отказаться от Донни. Потому что там, скорее всего, будет 90 левел. Раф, давай ответку. Молодец. Так, мы его добьем. Замечательно. Ну, здесь, наверное, начнем с кланфутовцев. Они еще и ускорились, кстати. Поэтому они будут здесь очень быстро ходить. Нападать на нас. Донни, Донни, ну, родной мой, держись, бро. Давай-ка вот так вот сделаем защиту. Очень хорошо помогает нам. Так, Маузер выпендривается, а? Сейчас мы его... Ать! И ничего не получилось, да? Только Лео. Так, Рафаэльчик. Да что ты докопался, а? Блин, тратить придется хил, ребят. Потому что Донни, ну, в критическом состоянии у нас. Молодец, красавчик. Так, вторая волна. Опять вы, а? Опять вы тут, супостаты, собрались. Ох. Сам не ожидал, что с одной вертушки мы всех практически вырубим. Ну, троих сразу отправили, баньки. Тут Нагината валяется, чья-то. Наверное, Карайкина. Так, Шреддер. Чу-чу-чу-чу. Нормуль. Так, уклоняшку мы поставим с тобой на всякий случай, потому что я не хочу, ребят, здесь проблем. А этот сейчас, наверное, будет хилять, скорее всего. Мне кажется, он займется отхилом, Шреддер. Мех Шреддер, так его назовем, потому что он... А если мы его попробуем пробить? Дудки уж там. Нет, он вызывает кланфутовцев. Так, вот кто теперь следующий, ребята. Да иди ты, Крис, хорош. Тю-тю, да, бомбанул не кисло. Ну-ка, ушатаем. Е, молодец, козырно сделал. Так, ну что, Бакстер? Не понял, а... Тихо. Так, берем провокацию, ну-ка нафиг. От греха подальше, не хочу, чтобы они завалили мне Майки или еще кого-нибудь. А Рафаэльчик будет все-таки контратаковать. Минус Крис. Бакстер, ты что такой жесткий-то? Я не понял. Обычно ты ватником у нас был всегда. Вот, я же говорил, ватник. Ну что, Шархан, тигриный коготь. Да, конечно, ага, балалайчку тебе, на. Так, ну что, друзья мои, и второе событие мы с тобой тоже прошли. Остается третье. Но если мы с тобой, например, даже не возьмем Донателло в компашку, да, в нашу. В три лица проходить. Ну, это как-то... Это как-то несерьезно. А с другой стороны, выбора нету. Давай попробуем пройти. Всего три волны здесь. Так, жесткие типки. Я, наверное, здесь не буду, ребят, пока активировать именно нашу уклоняшку. Хотя надо было, блин. Ты с... Воу. А не много ли с оглушением-то, ребят, тут? Тихо ты. Блин. Да ну. Раф, будь добр, возьми, пожалуйста, провокацию. Потому что, ну, что-то вообще, ребята, оборзели здесь, охамели в корень. А ты уж постараешься, да? Все это дело исправить. Тут надо будет, ребята, хилиться.
Тут надо... Блин, надо было, наверное, все-таки Микеланджело на отхил брать. Потому что у Леонардо все-таки удар-то будет покруче, смотри-ка. Заблокировали даже способности мне. Вот они неугомонные, а. Так, вырубаем этого. Уклонение я все равно пока не хочу и не буду ставить. Ага. Так, пока? Нет, не пока. Теперь вот пока и этого... Борзившая морда. Так, ну что, вторая волна, ребята. А здесь, естественно, надо будет что сделать? Активировать суперспособность нашу Ярость Рафа. После этого делать уклоняшку и вертушку от Леонардо. Как раз мы усиленные сейчас. Так, ну здесь только один баньки ушел, да? Рокзар берет провокацию. Я больше чем уверен, что и этот тоже возьмет провокацию. Да? Острокоготь. Ой, острокоготь. Ну ты, блин, вот этого надо бы попробовать. Шварк, отлично. Давай, 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 бери свою стойку. Я знаю, что ты это сделаешь. Рафаэль, разберись. Ну что, хиляемся тогда, ребят. Нам нужно просто восстановить здоровье для Майки, потому что там следующий поединок не за горами. А этого мы и так с тобой должны, да, завалить. Так, вот она, эта шейка-лейка. С кого начать-то, даже не знаю, ребят. С мухи. Вот, давай с Шархана, потому что по нему повышенная атака идет. Тюф. А вот постепеночку-то ты не сделал. Муха-то сейчас, как всегда, будет хилять. О, даже Шреддер стал хилять. Отвалите от Майки. Блин. Тут два хода, тут три хода. Я не знаю, ребят. Ну, хиляемся, фиг с ним. Давай хиляться, все равно нам... Здесь ничего не сделать. Не надо понижать атак. Заморозка? Не сработала. Рафик, извини. Опять придется тебе выручать команду всю. Потому что мы в меньшинстве, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига ты! Паровоз, блин. Да упади ты в конце-то концов. Ну, молодец, Майки. Спасибо большое. Так, опять клан футовцы тут. Блин, Рафаэль. Я не имею права тебя потерять. А это... Ага, этот делает уклоняшку. Ладно. Ты муха навозная, а? Блин, ну что, нет хила, что ли? Нету, ребята, хила. Никем не могу хильнуться. Так, ну может быть уклонение хоть как-то, блин, я не знаю, спасет нас. Не хочу я потерять Рафаэля, а видимо придется, да? Да-да-да, этот суперудар. Промахнулся? Он про... Он... Да иди ты, блин, со своими двумя атаками, блин. Муха навозная, а. Я не знаю, надо Шреддера, наверное, валить все-таки в первую очередь. Есть. Теперь муха тут навозная. Я не знаю, опасный, опасный этот типок. У него две атаки. Ой, слушай, повезло. Нам повезло, ребят, по-моему. Сейчас посмотрим, сколько Лео отнимет. И остается лишь хильнуться. Думал добить, но я знаю, как у нас Майки бьет. Очень слабо, поэтому я не стал рисковать, ребят. Вот так вот. А теперь добиваем. Все. И здесь, друзья мои, в меньшинстве мы все-таки с вами прошли идеально. Ну, ты сам видел все. Так, и у нас... А что у нас? У нас много жетонов, да? Мы с тобой 770. Вот что я тебе хочу сказать. А это говорит о том... Три сыра. Мы даже с тобой по фарме здесь не можем, да? И фиг с ним. Идем с тобой в магазин, в предметы. Жетоны. Так, кого мы хотели с тобой... По уровню поднимать? Кто-то мне сказал, что Пит не особо силен. А, Рокула, говорят. Поднимай Рокула, блин. 710 жетонов он стоит. Ну что, будем поднимать тогда Рокула. Блин, а эти... Как их там? Маузеры, да, эти кролики. 830. Представляешь, 830 жетонов стоит. Ладно, Рокул так Рокул. Ну что, друзья мои, а теперь идем с вами на арену. Блин, все-таки скинули, а? Ты посмотри. Все-таки скинули.
Ах, вы супостаты. Ну что же, придется, ребята, опять через силу пробиваться. Но у нас 15 откатов всего лишь. 15. Как мы сейчас с тобой будем здесь это все разруливать, я не знаю. Но это делать надо. Это делать надо, и это мы с тобой делать будем. Раз, два, три. Это мы с тобой делать будем, потому что, ну... Хотя, если сегодня пятница, два дня впереди, но у меня работа, ребят. Могу не успеть. Понимаешь? Но постараться надо. Тюх. Так. Ну что, добиваем просто валуном, да и все. Делов-то на копейку. Хорошо, здесь мы победили. Здесь мы с тобой победили. И я надеюсь, перейдем сейчас в лигу мастеров. Две звезды хватит нам этого запала. Хей, ребята, не хватило, к сожалению. Нет, ну тогда, хотя что я волнуюсь, у нас с тобой есть доллары. Хей. Я совсем забыл, у нас почти 1500 долларов лежит здесь в казне. И поэтому нам не составит труда купить откатов сколько, да хоть сколько. Так, 17-23, вот именно такой мне нужен персонажик. Я возьму здесь Шреддера, супер, естественно, Шреддера. И тут мы с тобой, раз, два, три, наших маленьких букашек берем. Но опять же, здесь есть опасность. Если Майки этот начнет первым, а он начинает обычно с сюрикенов, когда видит, что в команде у меня какие-то слабачки находятся, и начинает их разбрасывать, но не в этот раз. Инициатива его подвела. Ну, то есть он еще слишком слаб, чтобы на нас наезжать. Поэтому мы его здесь и распетрушили буквально моментально. Так, ну что, вот теперь мы попадаем с тобой в Лигу Мастеров только лишь две звезды. Так, 93-я позиция. Окей. Тогда я не буду, наверное, экономить здесь слишком сильно. Если у нас бакинские есть, то берем... Ну, практически, давай вот так вот сделаем с тобой. Не будем уже там самый хвост идти. Смысла нету. С серединки будем брать с тобой потихонечку, да? Так, Лео. А, Армагон, конечно же. Армагон валунчиком. Оп! И все живы. И все живы, удивительно. Никто не упал. Тюх! Добил. Добил у нас Леонардо. Так, 93-я позиция была. Становится там, я не знаю, 82-я. Скорее всего, да? Ну-ка. Да, 82-я, и мы с тобой двигаемся дальше. 13 откатов. Да я сразу возьму, чтобы меня не смущало это все. Все, 33 отката, ребята, за глаза и за уши нам этого. Я еще... А, там же телепорт, а не откаты. Понял. Так, 17-23, берем кого послабже и поменьше. Это будет у нас Александр, Сашок, извини. Бро, придется именно тебя взять на растрепку. Так, и здесь у нас раз, два, три. Сейчас почитал свежие комментарии после выкладывания этих драконов всадники Олуха. Рэй, поиграй. Ну, понятно, что ПВЗ-герой, да, мы играем. Пишут: там можно выигрывать, не имея легендарных карт. Друзья мои, конечно, можно выиграть, не имея легендарных карт. Я не говорю, что это невозможно. Но в плане того, что это очень сложно сделать. На моем ранге вот сейчас, да, какой там, 43-й. Я сегодня, наверное, попробую, ребята, вот поиграть. Там, кстати, через 4 дня заканчивается сезон. А мы с тобой в 43-м ранге, соответственно, у нас будет полуфуловая награда. То есть фуловая — это когда ты легендаркой становишься, да? 50-й ранг зарабатываешь. Но 43-й ранг, как бы 43-й не считается, 40-й там идет. Тоже неплохо, ребята. Мы с вами будем открывать паки, естественно, открывать. Надеюсь на это, что новые легенды нам выпадут. И, как говорится, у нас начнется заново турнир. Я обожаю всегда начинать заново. Почему? Ну, потому что там все легко и просто. Поначалу. Дальше уже вот на моем ранге, ну, какая-то трышня идет. Вчера, после того, как снял видосики вам, да, лег в койку, взял мобильничек и думал, поиграю. Ну, как тебе сказать? Одна победа, 2-3 проигрыша. Одна победа, 2-3 проигрыша. То есть я не могу сдвинуться с этой мертвой точки. Сегодня, да, скорее всего, поиграем чуть-чуть, чтобы вы посмеялись. Я не буду выкладывать, вот как некоторые там, чисто победы там.
Хотя была такая идея вычеркивать проигрыши и снимать чисто победу. Ну а смысл, ребят? Кому-то и так не ясно, да, что где-то ты проигрываешь, там же видно все по статистике. Поэтому будем, ну, поиграем боев, наверное, 10. Ясен перец, я не перейду в следующий ранг, потому что, ну, невозможно, ребят. И еще, даже если у тебя есть легенды, я имею в виду именно карты легендарные, то одной карты мало, их нужно, чтобы было как минимум 4. Если, например, я играю против Розы на отхиле, да, у которой, извини меня, 4 там томата, 4 алоэ веры, вот это вот, потом, ну, всего по 4, да, которая захиливается постоянно, и ничего не сделать нельзя, плюс этот корнишон или как, который бомбит тебя, ты ничего там не сделаешь, ты ничего там не сделаешь, ты снесешь ему жизнь, он их постоянно восстанавливает, постоянно. Я не знаю, как там нужно делать. И понимаешь, и не подобрать такую колоду, чтобы она подходила идеально под все. Нет такой, ребят. Такой колоды создать невозможно. Если она будет бомбить, например, 3-4 героев каких-то определенных, да, то обязательно на 2-3 последующих она будет фейлиться. Потому что там, ты сам понимаешь, у нас же распределение там: хитрость, да, скорость, сила и что-то там еще, я уже не помню. И у каждого свои, как говорится, приоритеты и недостатки. Не забывай, что еще разные скиллы, да? Например, как вот этот вот зеленая тень. У нее скилл уже идет один под заморозку. Соответственно, ей выгодно играть на заморозках. Но многие справляются и без этого. Берут там, дублируют, как говорится. Не дублируют, а как-то делают карты по синергии, да, чтобы одна карта восполняла другую, да, или прокачивала. И тем самым просто отфигачивают тебя по полной программе. Играю я за зомбарей сейчас, ребят. За растения, ну, на моем ранге вообще делать нечего, потому что, во-первых, у меня там мало легендарных карт, это раз. Во-вторых, я вот это вот, знаешь, как сказать? Вот, например, когда ты играешь за зомби, да, у тебя идет первый ход, это ты выставляешь растения, потом ходят растения, где они должны все в один ход влиться, то есть выложить и растения, например, или применить суперудар, потом опять мы возвращаемся на зомби и делаем уже свой супер, ну, уже применяем магически свои удары, да? То есть как бы можно перестраховаться. И вот когда ты за растения играешь, если у тебя нет таких вот карт, как на отхил, да, или там на заморозку, чтобы ты мог успеть вовремя все это сделать, тебя начинает потихоньку разбирать. Кто-то говорил, что у зомби, ну, зомби сильнее растений. Вот здесь бы, друзья мои, я поспорил. Если брать именно по картам, мне кажется, что растения намного имбовее. Взять тот же самый грипп апокалипсис, который уничтожает всех зомби и растений, у которых там свыше 4, да, или тот самый цветочек, который та самая ракета кукурузная, которая уничтожает всех на земле. Ну, ты извини, тут, конечно, фиг поспоришь. Слишком имбово, ребят. Тоже шалфей. Так что, хотя на самом деле, ребят, я не знаю, там все-таки есть баланс. И я не могу эту игру упрекнуть в том, что там какой-то дисбаланс. Там все идеально сочетается. На, как говорится, на одного там врага или на одного победителя найдется свой победитель. То есть нет такого чего-то, что ты не смог бы сделать. Но в данном моменте, вот в моем, я не могу, ребята. Спортивная колода, она уже себя изжила. Вот сколько я играл ей, против меня ни разу не выходили такие команды. Именно спортивные. Ни разу, ребята. А когда я играл за других, ну, там обычно за растения, да. Ну, за растения понятно, потому что спортивная команда только у зомби. Они лезут на постой. Тем более через вот этот. Именно через вирус. Вирус там, это просто, ну, имбовая карта, как по мне. А это очень имбовая карта. Она очень дает хороший буст, очень прокачку большую. Тем более еще вот этот вот маг противный, который за 5 энергии дает тебе всем картам +1/+1. Ну, это, конечно, да, ребят. И если у тебя таких, предположим, 4 карты, ты представляешь? И если ты их успеешь реализовать, у тебя каждый персонаж получает +4/+4. Как с таким потом драться, извини меня? Но опять же, это все не дешево стоит, естественно. И там вот, если взять того же самого профессора, да,
Мускатака, то у него что круто, ребята, что он может очень быстро раскачаться по энергии. И он может воплотить все, и Красную Луну, и что ему там захочется. Все абсолютно. Но опять же, нужно правильно уметь играть. У меня еще, видишь, если бы, вот как вот Free'em Up, он играет только в эту игру. Он играет только в эту одну игру. Он играет уже не один год. У него уже там рука набита по полной программе. По полной программе он, то есть, уже наперед знает, как противник будет ходить. И, естественно, он может выигрывать обычными картами. Обычными, даже не раритетными, не легендарными, а просто обычным набором. Выигрывать, и я видел это. Мне до такого уровня далеко, потому что я специализируюсь. Нет у меня специализации, я играю в разные игры, и очень много, а он именно в одну. Как бы у него все равно есть преимущество. Ты сам понимаешь, да, когда ты на протяжении там 3-4 лет играешь в какую-то определенную игру, ты в ней разбираешься намного круче, чем тот человек, который в нее играет просто любительским образом, да? Ну, просто ему нравится, вот он играет. Ну, естественно, ребят, я не опускаю руки, я буду пытаться стараться какого-то там уровня и буду очень сильно радоваться, когда я перейду в высшую лигу. Это будет первый раз у меня, потому что до этого я еще ни разу не переходил. Ну, я совсем недавно когда-то перешел только лишь в 40-ю лигу. Для меня это тоже был прогресс на самом деле. Видишь, и как вот привыкаешь к какой-то определенной колоде, да? Как бы ты собрал для себя пак, и ты смотришь, что ты им хорошо продвигаешься. И ты к нему привыкаешь, и тебе потом уже, когда ты начинаешь проигрывать этим паком, тебе влом его как-то изменять. Потому что ты начинаешь что-то там менять, и ты начинаешь проигрывать. И ты думаешь, блин, ну эта колода не работает. Ладно, фиг с ним, давай переключусь на другого персонажа, а буду бомбить его. Но на самом деле так не надо делать. Надо добивать, добивать, надо искать идеал. Хотя его нету, но пытаться. Пытаться как-то усовершенствовать свою колоду. Вот так всегда у нас, ребята, играем с вами в одну игру, а разговариваем о другой. Что за натура такая, не знаю, ребят. Ну, про черепашек, по-моему, я уже много чего рассказал, поэтому могу. Вот, когда мы играем в ПВЗГ, да, я не могу там почему-то разговаривать о черепашках, потому что там сконцентрирован полностью о том, как бы выиграть. А тут я 100% знаю, что мы выиграем. Когда у тебя есть Армагон и еще кто-то из МБ, тут 100% победа, и ничего они с этим не сделают. А наша цель с тобой сегодня — дойти до фолки, да, до топчика. У нас с тобой откаты, конечно, кончаются, но я думаю, что мы сделаем с тобой сегодня это. Сделаем, мы обязаны это сделать. Так, давай опять же Шреддер, опять же Армагон. Персонажи у нас все меньше, меньше и меньше. Но я думаю, этого хватит. Так, сегодня что по планам, ребят? Ну, по ВЗГ поиграем, да, как я уже говорил. Плюс, наверное, все-таки чуть-чуть возьмем сегодня After Days, поиграем. Смешно, я надеюсь, там что-нибудь найдем. Побегаем, посмотрим. Мне нужен торговец, я не знаю, где, ребята, взять торговца. У меня построено для него жилище уже, но где его взять, я пока не знаю. И спасибо, ребята, вам за подсказки. Кто-то сказал, что в бункер пока не суйся, а я уже как раз метил туда, как говорится, свои баллоны, чтобы именно туда попасть. Но я уже передумал, я туда не пойду. Потому что там нужны шмотки крутые, плюс пукалка нифиговая только после этого. Плюс там очень-очень много зомби. Так что пока потерпим. Будем просто бегать. Там у меня собаки. И спасибо за подсказку, что собаки у нас не погибают, а просто перестают расти. Это меня как-то успокоило. А то я там бегал на этой локации на одной, и там песики за мной привязались. Я думаю, я брать не буду, потому что у меня есть уже как бы 3 собаки. И, кстати, еще один комментарий, который меня немножко смутил. Почему ты не берешь с собой в поход собак? Ребята, а где их там брать? Я уже там перепробовал все, и их, по-моему, взять нельзя. Они сидят. Или они слишком маленькие еще, чтобы их взять. Или их все-таки нельзя брать с собой. Вот этого я не понял, если честно. Если что, вы можете дополнить мой комментарий, если я чего-то действительно не врубился, а вы это знаете. Я именно про собак говорю. Так, ну что у нас тут по героям-то? По-моему, все, тю-тю, нет, есть еще. Еще маленько есть, ладно. Если есть, то продолжаем драться. Так, ну что, Tower Conquest, наверное, сегодня поиграем капельку, да? Заходочек сделаем немножко. Ну и Юрский парк, сегодня хотел еще Силу порталов. И на втором канале хотел сегодня поиграть
в антиштанистов. Там надо пройти, там у нас осталось буквально шиш-дынь-шиша, и игра будет пройдена. И, соответственно, мы уже с тобой будем брать следующую игру для прохождения. Правда, какую не определился. Я, ребята, вот помню, давно-давно играл в игру. Может быть, даже кто-то из вас помнит, из олдов. Помнишь, игруха такая была, где мы с тобой едем на машине. Она инди-игра, инди-игра. За какого-то, я так понимаю, детектива вроде бы. Приезжаем в городок, даже я бы сказал бы в деревушку в такую. А там карта, она разделена на маленькие деревушки такие, как бы поселочки. Ты приезжаешь, и там исчезли все люди. Исчезли все люди. И вот он начинает как бы типа детектива там узнавать, что почем. Вид из глаз у этой игры. И вот он там находит одного выжившего, там начинает у него расспрашивать там что-то там, что происходит. Тот ему: принеси мне там какую-нибудь там вещь, я тебе дам подсказку. Потом ты собираешь там буран себе, ездишь. Потом, короче, в итоге, уже ближе к концовке, я ее просто не допрошел, потому что то ли она у меня лаган... А, она была тогда в раннем доступе, или... Ну, суть такова. Короче, мы дошли с вами до леса, где стоит некий портал. Это и там зимой происходит дело. И ты в этот портал не... Я не мог в этот портал зайти, но я смотрел прохождение у других людей этой игры. Там из этого портала то ли пришельцы, то ли снежные люди какие-то выходят. Короче, такой детектив мистический. Если кто помнит или знает такую игру, напишите мне название. Хочу ее допройти. Начать в нее заново и допройти. Почему-то меня она зацепила. И я вот не помню название, хоть убей. Я помню ютубера, который проходил ее, летсплейщик. Но я зашел, я весь его этот перерыл, как он называется-то, плейлисты и все. Я ее не нашел там. Может быть, он ее удалил, может быть. Не знаю, ребят. И знаю, что эта игра была в Стиме в свое время. Я уже и так, и по названиям, и по поиску. Ничего, ребят, никаких результатов. Как будто бац, просто-напросто исчезла. Но игруха прикольная. Игруха прикольная. Он еще, я помню, приходит в бар. В баре нет света. Он видит, что лежит его напарник мертвый, с которым он должен был встретиться. Лежит мертвый в этом баре. Бар пустой, полуразрушенный такой. Вот. И вот начинается, в принципе, завязка из-за этого. Потом он там собирает какую-то машину времени. Идет там, включает генератор, фиг знает, в какие-то там горы, там за ним постоянно охотятся эти волки. Ну, игрушка прикольная, ребят. Вот хочу ее... Вот вспомнить название я не могу. Там какое-то, по-моему, одно всего лишь название. Ну, и из одного слова состоящее. Но я не могу никак вспомнить. Инди-проект, но довольно прикольный. Так, и тем не менее... Да, ребята, все. Как раз под конец моего... диалога у нас закончился, точнее даже монолога. У нас с тобой закончился турнир, потому что мы с тобой добрались до топчика. У нас с тобой даже еще один откатик остался, и поэтому мы, наверное, с тобой насобирали немало мутагена. А 24 тысячи, это, я считаю, немало. Мы с тобой будем прокачивать. Так, Острозуб, поехали. Чего? А, не хватает. 52-й ранг у Острозуба. Так, я думаю, еще один левел кому-то мы поднимем, да? Ну-ка. Вот, кожа головой. Получает 48-й уровень. Так, ну что, мне остается за кадром только лишь одно. Набить себе телепорты. И все. И все, ребят. Ну вот это, конечно, меня удивило. Неужели это у всех так? Да, скорее всего, у всех. Что-то странное, конечно, тут произошло. Ну что, друзья мои, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам! Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасает всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков. Ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход.
Леонардо, лидер в Синемон. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя.